Перед началом ролика хочу порекомендовать канал Fresh, который снимает различные моды на GTA San Andreas, Minecraft. Он еще показывает, как установить машины и моды. Так что переходите по ссылке и подписывайтесь на его канал. Но мы начинаем ролик. Всем привет, с вами Селах, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как установить мод Battleground 3. Это мод мне прислал из моего подписчика Никита Михайлов, большое спасибо тебе. Для начала вам надо скачать под видео мод. Скачали? Потом заходим, у меня есть проводник. Вот этот файл видите? Это нам надо распаковать. Выбрать порт. Садокат, Android, Data, и ищем такую папку по названию com.lastergames. И вот сейчас я нашел вот эту папку, видите, и нажимаем ОК. ОК. Все, наша распаковка успешно сохранена. И давайте сейчас посмотрим, работает мод или нет. Для начала подходим на баре, где есть Grove Street. Это находится вот тут. Ну посмотрим, как это все выглядит. Выходим из машины и подходим на синюю отметку. И вот мы зашли на баре. Как вы заметили, тут стоят два из банды Grove Street. Ну, они охраняются. Это хорошо. Да, кто играет GTA 3, то помнит это место. Смотрите, как красиво выглядит все это. Даже есть бармен. Стоп. Это же девочка с Джей. Привет, как дела? Дашь мне бесплатную водку? Я же твой парень. Да иди нахуй! Да. И тут стоит еще один из банды. Ну дай пройти. Вот тебе. Все, спасибо. И давайте посмотрим, что внизу. И тут еще стоит девушка. Пройти, дай мне. Пожалуйста. Вот тебе. Surprise, motherfucker. А, какая детская. А, вот, держи от меня дигры. Сейчас достанем. Все. Вот так надо делать. И тут какой-то крон, и нам показывает какой-то кунг-фу. Зачем мне это? И давайте сейчас всех убьем. Если вам понравилось видео, почему бы не поставить лайк и подписаться на канал. А также не забываем, что у меня есть группа. А сейчас топ комментарии.